В рамках празднования столетия со дня рождения народного поэта Якутии Петра Табурокова открылась выставка «Детская книжная иллюстрация Якутии». В Национальном художественном музее можно увидеть иллюстрации якутских художников к детским произведениям, а также работы именитых мастеров к стихотворениям, рассказам великого поэта. Например, рисунки Ефима Шапошникова, заложившего основы книжной графики Якутии. Иллюстрации Валерьяна Васильева к сказкам «Старуха Татал», «Алла Магус», а также работы Сексея Парникова и Ивана Попова. Любой желающий может посетить выставку, она продлится до конца недели. Наши художники приобщаются к творчеству наших литераторов, тоже является такой интересным направлением, так как Петр Николаевич у нас является писателем большей степени детской литературы. Его книги, его произведения очень много издавались с рисунками наших известных художников.